Да, один из двух убить проще, чем один из трех. Привет, катаны, с вами Накодж. Разваливайтесь и залипайте. Четвертая сложность театра Механикуса в Геншин 2.0. Важная информация. На четвертой сложности три вида заблокированных групп стихий. А также у каждой из них свои финальные противники. Я покажу прохождение всех трех. Для Электро плюс Пира будем использовать Гидра, Крио и Анема Башни. В конце пойдут Гео Вишапы. По поводу прокачки башен. Мастерство стихий тут особо не нужно, но если все остальное не очень, можете взять. Скорость атаки – одно из приоритетов. Радиус Гидра также важная штука, ну как и Крио. Улучшаем монетную башню на замедление и радиус. В первых трех уровнях можно еще и бонусные монетки. Щит улучшаем на жизнь и замедление после попадания. Для дополнительной валюты берем палочки отваги 3. Бонус 10%, но плюс 1, если пробегут.
Для гидро плюс электро. Берем пира и крио башни. В конце пойдут электро лавачурлы. По поводу прокачки башен. Мастерство стихи тут особо не нужно, но если все остальное не очень, ну можете взять, да-да. У крио башни нет смысла брать второй раз улучшение за 1500. Пира нужна скорость атаки. Пира за 1500 будет иметь хороший бонус за каждый уровень. Не возьмите случайно баф пира против геа. Улучшаем монетную башню на замедление и радиус. В первых трех уровнях можно еще и бонусные монеты. Щит улучшаем на жизнь и замедление после попадания. Башню усиления по возможности апаем на радиус. Для дополнительной валюты берем палочки отваги. 3. Бонус 10%, но плюс 1, если пробегу.
для гидра плюс крио будем использовать пира и анема башни. В конце пойдут крио ловачурлы. По поводу прокачки башен. Мастерство стихии тут особо не нужно, но если все остальное не очень, можете взять. Да, как всегда. Пира важно взять хотя бы один уровень за 1500 и улучшать при любой возможности. Не возьмите случайно баф пира против гиана. Пиру нужна скорость атаки и радиус. Анема скорость атаки и один баф за 1500. Улучшаем монетную башню на замедление и радиус. Первые три уровня можно еще и бонусные монеты. Башню усиления по возможности апаем на радиус. Для дополнительной валюты берем палочки отваги 3. Бонус 10%, но плюс 1, если пробегут. Читайте закрепленные комментарии, там могут быть дополнения по видео, а также оставляйте свои. Переходите в сервер Дискорда, там больше информации по ивенту. Для него отведена отдельная ветка. Подписывайтесь на канал, чтобы получать больше полезной информации по Genshin Impact. Спасибо за просмотр, удачи в Тейвате, еще услышимся.